Дорогие друзья, начинаем 38-й выпуск программы «Дом культуры». Июня 1804 года в селе Новоспасское Смоленской губернии родился выдающийся русский композитор Михаил Иванович Глинка. И хотя трудно найти человека, который назвал бы его самым любимым своим композитором, музыку Глинки знают все. А некоторые его сочинения, такие как «Вальс Фантазия» или «Увертюра» к опере «Руслан и Людмила», в числе популярнейших произведений мировой аудитории. Но главная заслуга Глинки заключается в том, что для русской музыки он представляет примерно то же, что Пушкин для российской словесности. Он первым перешел от прямого подражания европейской музыки к национальной стилистике. В его музыке проявились национальные черты, заключающиеся в новизне мелодического материала, новых гармонических ходах и ритмических построениях. Он был первым, и все последующие композиторы ориентировались на его опыт и на его пример. Они использовали широко в своих произведениях русский национальный фольклор и этим очень обогатили мировую музыку. В одном из вариантов знаменитого стихотворения Пушкина «Памятник» есть такие строки. «И долго буду тем любезен я народу, что звуки новые для лиры я обрел». Вот эти строки буквально выражают значение Глинки для русского искусства. Отец Глинки был основным капитаном, а мать происходила из старинного польского шляхетского рода с забавной двойной фамилией Глинка-Земелька. Игре на фортепиано и скрипке Глинка стал обучаться довольно поздно, с 10 лет. А когда ему исполнилось 13, родители привезли его в Санкт-Петербург и устроили для обучения и проживания благородный пансион при университете, где его гувернером был назначен Вильгельм Кюхельбекер, поэт, соученик Пушкина по лицею, будущий декабрист. Да и сам Пушкин частенько бывал в пансионе, навещая своего младшего брата Льва, который был соучеником Глинки. Здесь они познакомились, подружились, и дружба с Пушкиным длилась всю жизнь, вплоть до гибели поэта в 1937 году. Музыкальные способности Глинки были для всех несомненны. Он с большим успехом выступал в дворянских салонах, играя на фортепиано свои импровизации на тему популярных произведений европейских композиторов. В 1830 году Глинка совершает путешествие по Европе и останавливается в Милане, который являлся тогда центром музыкальной культуры. Здесь он знакомится с известными композиторами Доницетти, Беллини и изучает на собственном опыте искусство бельканто. Он сам берет уроки вокала. Современники отмечали, что у Глинки был очень приятный бархатный баритон. Не оперной силы, но идеальный для выступления в салонах, камерных концертах, что он и частенько делал, исполняя романсы, арии из опер. Много сочиняет, в основном в итальянском стиле, что дало основание в России называть его итальянцем. Некоторые произносили это прозвище с одобрением, а русофилы, естественно, с осуждением. Между тем, мастерство Глинки как композитора быстро растет. В его произведениях уже нет ничего ученического, все они сделаны мастерски. Вот звучит патетическое трио для фортепиано, кларнета и фагота, сочиненное в это время. Но при этом сам Глинка ощущает нехватку выразительных средств в своем композиторском арсенале и принимает решение отправиться в Берлин. Что он и делает, и под руководством профессора Зигфрида Лена изучает полифонию и инструментовку. В 1834 году в Берлин приходит известие о смерти отца, и Глинка решает возвратиться в Россию. Он возвращается в Санкт-Петербург с обширными планами и идеей фикс создать русскую национальную оперу. Тут же начинает искать сюжет для либретто, советуется с литературными друзьями, и Василий Андреевич Жуковский предлагает ему обратить внимание на предание об Иване Сусанине. Иван Сусанин – современник первого царя из династии Романовых Михаила. Он предлагает стать проводником
для польского военного отряда, охотящегося за царем. Заманивает поляков в болото и ценой своей гибели спасает царя от смерти. Лучшего сюжета для оперы Глинка не мог и придумать. Он с энтузиазмом взялся за работу, и к началу 1836 года партитура оперы была готова. Готовую партитуру оперы «Жизнь за царя» Глинка принес директору императорских театров Гедеонову с предложением поставить ее в Петербургском Большом театре. Директор Александр Михайлович Гедеонов, русский дворянин, с пренебрежением отнесся к первой русской опере. В его театрах в Петербурге и Москве ставились только оперы итальянских и французских композиторов. Поэтому он поначалу отказал Глинке в постановке. Но это вызвало возмущение в среде культурной элиты Петербурга. И Гедеонов передал партитуру Глинке на суд музыкальному директору императорских театров, итальянскому капельмейстеру Катерину Кавосу, который был для него абсолютным авторитетом в музыке. Кавос внимательно изучил партитуру Глинки, пришел в неописуемый восторг и дал самые лестные отзывы об опере, в результате чего она была принята к постановке. Премьера оперы «Жизнь за царя» состоялась в конце ноября 1836 года в присутствии государя-императора Николая I. На следующий день Глинка писал матери: «Вчерашний день совершились, наконец, желания мои, и долгий труд мой был увенчан самым блистательнейшим успехом. Публика приняла мою оперу с необыкновенным энтузиазмом. Актеры выходили из себя от рвения. Государь-император благодарил меня и долго беседовал со мной». Двенадцатого декабря было устроено чествование триумфатора Глинки, на котором поэты Вяземский, Жуковский, Пушкин и Адоевский сочинили в честь него приветственный канон. «Пой в восторге, русский хор, вышла новая новинка. Веселись, Русь, наш Глинка уж не Глинка, а фарфор». Лично меня в этой опере еще в детстве до слез растрогала ария Сусанина перед его гибелью. Я увидел и услышал ее, когда на экраны вышел фильм «Мастера русского искусства». Это было в 1952 году, когда мне было 6 лет. Мы смотрели его вместе с тетей моей в кинозале. И когда на экране появился бородатый старик и запел, тетя шепотом рассказала мне, что это Иван Сусанин, который заманил врагов в болото, и когда он допоет эту арию, они его убьют. Мне так стало жалко Ивана Сусанина, что я заплакал. Тетя еле меня успокоила. Теперь я, конечно, не лью слезы при этих словах и музыке, однако легко представляю себе, что в 1836 году многие в публике доставали в это время носовые платки. Желая закрепить успех своей первой оперы, уже в будущем 1937 году Глинка, не имея готового либретто, приступает к сочинению музыки для будущей оперы «Руслана Людмила». При жизни Пушкина он рассчитывал, что поэт придумает стихотворные тексты для певцов. Однако после гибели поэта Глинка вынужден был обратиться к посредственным либреттистам. Он, вероятно, не придавал большого значения уровню или качеству текстов, считая, что в опере главная музыка. Впрочем, так же считали и другие композиторы. Считают и до сих пор. Премьера «Руслана и Людмилы» состоялась в конце ноября 1842 года. В отличие от «Жизни за царя», новая опера подверглась гораздо большей критике. Самым яростным ее критиком был Фаддей Болгарин.
Любопытно, что бы сказал Фадей Булгарин, если бы увидел Руслана и Людмилу в Большом театре в постановке модного режиссера Дмитрия Черникова, скандальная премьера которой состоялась в конце 2011 года. Вот сцена из этого спектакля. Непонятно, какое это отношение имеет к Пушкину и Глинке, зато это является для меня ярким примером деградации отечественной культуры и искусства, которая оказалась в руках невежественных новоришей и их малокультурной обслуги и шоу-бизнеса. Глинка был уже женат 4 года, когда встретился с Екатериной Керн. Их знакомство произошло в 1839 году. Екатерина была дочерью Анны Керн, кратковременной подруги Пушкина. Вот как об этом пишет сам Глинка. «Мой взор невольно остановился на ней. Ее ясные выразительные глаза, необычайно стройный стан и особого рода прелесть и достоинство, разлитые во всей ее особе, все более и более меня привлекали. Я нашел способ побеседовать с этой милой девицей. Чрезвычайно ловко высказал тогдашние мои чувства». Слово «ловко» здесь очень примечательно. «Вскоре чувства мои были вполне разделены милую Яка, и свидания с ею становились отраднее. Все в жизни контрапункт, то есть противоположность. Мне гадко было у себя дома, зато столько жизни и наслаждений с другой стороны, пламенные поэтические чувства к Яка, которые она вполне понимала и разделяла. Глинке гадко бывать у себя дома». Их отношения с супругой пришли к полному охлаждению. У нее тоже был роман на стороне, и оба супруга мечтали о разводе, что в православной христианской стране было большой проблемой. Между тем отношения с Екатериной развивались. Если Анна Керн вдохновила Пушкина на сочинение знаменитого стихотворения «Я помню чудное мгновение», то ее дочь Екатерина побудила Глинку на этот текст придумать не менее знаменитый романс. «Я помню чудное мгновение» поют все, кому не лень. Певцы любого пола, любого возраста и тембра, рок-певцы и даже дети. Однако самое выразительное исполнение этого романса, проникнутое чувством, вкусом, культурой, принадлежит Сергею Яковлевичу Лемешеву, моему любимому певцу. В его исполнении предлагаю фрагмент из этого произведения. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и бракоразводный процесс с женой длился у Глинки 7 лет. За это время успели охладиться и его отношения с Екатериной Керн. Вероятно, он был непостоянен в своих привязанностях. Во всяком случае, их взаимоотношения с Екатериной не закончились браком. Однако от их связи все же родилось знаменитое музыкальное произведение «Вальс «Фантазия». Должен признаться, что музыка Глинки не слишком сильно задевает мои чувства. Я не фанатик Глинки. Однако понимаю, что не будь Глинки, не было бы и Чайковского, по отношению к которому я фанатик. Поэтому я приведу слова Чайковского о Глинке. Вся русская симфоническая школа, подобно тому, как весь дуб в желуди, заключена в симфонической фантазии «Камаринская». Почему Петр Ильич так высоко оценил эту симфоническую фантазию, которая представляет собой вариации на очень простую русскую тему типа «Чижика-пыжика»? Именно потому, что она такая простая, Глинка при каждом повторении темы имеет возможность
проявить свою изобретательность, свою композиторскую мощь. Это блестящий пример для будущих композиторов. И, кстати, самое популярное произведение Равеля «Болеро» создано по этому же принципу. Глинка скончался в Берлине в возрасте 52 лет 15 февраля 1857 года от простуды, вызвавшей обострение хронического заболевания печени. Его останки были перевезены в Петербург и теперь покоятся в Александро-Невской лавре в некрополе. Первого июня 1844 года в Санкт-Петербурге родился выдающийся, да, пожалуй, великий русский живописец Василий Дмитриевич Поленов. Он работал во всех жанрах живописи – исторической, пейзажной, портретной. И во всех этих жанрах он создавал истинные шедевры. Василий Поленов происходил из культурной дворянской семьи. Он был старшим среди пятерых детей. И его первые детские впечатления от природы связаны с Солонецким краем, где находилось поместье его родителей и моченицы. Это удивительный уголок вепской природы, который художник впоследствии изобразил на своих картинах. Однако самыми яркими впечатлениями для детей были их поездки в село Ольшанка Тамбовской губернии, в имение их бабушки Веры Николаевны Воейковой. Это была культурная, образованная женщина, которая очень хорошо разбиралась в истории, рассказывала детям русские народные сказки, былины, предания. Но самое интересное для меня – это то, что Вера Николаевна, поощряя интерес внуков к живописи, устраивала для них настоящие конкурсы, как в Академии художеств, давала серьезные задания – суд царя Соломона, Иисус Навин у стены Иерихона, и присуждала медаль за лучшую работу. Окончив гимназию, Поленов поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, а параллельно с этим по вечерам занимался в Императорской академии художеств в классе рисования, изучал анатомию, начертательную геометрию, историю искусств, был постоянным посетителем оперных спектаклей, поклонником музыки Вагнера, сам играл на музыкальных инструментах и сочинял музыку. Усиленно занимаясь живописью, он получал серебряные медали за конкурсные работы Академии и параллельно с этим сумел получить техническое образование и защитить диссертацию в университете на тему прикладных искусств. Вот такой удивительный человек, мастер на все руки. В 1869 году за свою картину «Иов и его друзья» Поленов получил малую золотую медаль в Академии художеств. А за свою конкурсную работу «Христос воскрешает дочь Иаира» – большую золотую медаль. Это удивительное полотно, совершенное по своей композиции. Иисус, стоя у постели умершей девушки и взяв ее за безжизненную руку, передает свою божественную силу и совершает чудо, воскресив ее из мертвых. Художник изобразил на картине момент, когда девушка вдруг открывает глаза, заставив потрясенных родственников уверовать в силу Христа. Центром композиции здесь Поленов сделал лицо девушки, выделив эту область холста наибольшей освещенностью дневным светом из окна, в то время как лицо Христа, повернутое в профиль, затенено. Вся его энергетика здесь в волевой пластике фигуры Иисуса. И эту энергию подчеркивает импульсивный порыв матери девушки за спиной у Христа. Это, конечно, крепкая профессиональная работа молодого художника. Любопытно, что тот же сюжет выбрал для своей конкурсной работы соученик Поленова, другой великий русский художник Илья Репин. Вот его полотно.
По композиции обе картины очень похожи друг на друга, как зеркальное отражение. Однако в картине Репина центром композиции является лицо Христа, стоящего над покойницей. В спокойствии этого удивительного лица чувствуется непоколебимая уверенность, свойственная лишь Богу. В этой картине и свет от светильников, погруженный во мрак комнате, создает ощущение таинства. Лично меня это полотно Репина заставляло всегда останавливаться при посещении Русского музея и надолго погружаться в него. Я считаю, что в этом соревновании двух великих художников победу одержал Илья Репин. В 1872 году Поленов на деньги Академии художеств отправился в Европу. Он посетил Вену, Мюнхен, Венецию, Флоренцию, Неаполь. Некоторое время жил в Париже, где написал картину «Арест графини де Тремон», обеспечившая ему звание академика. Здесь тоже мастерская композиция. Это как раз та мизансцена или мизанкадр, на которых следует учиться режиссерам и операторам кино. Летом 1874 года Поленов жил и работал в Нормандии, куда его пригласил его соученик по академии Илья Репин. Здесь он открывает для себя новые возможности в пейзажной живописи. А через год на 6-й передвижной выставке он представляет свою картину «Московский дворик», которая впоследствии стала его визитной карточкой. Эта картина была написана прямо с натуры в Арбатском переулке и, по мнению искусствоведов, стала родоначальницей нового направления в пейзаже под названием «Интимный пейзаж». Еще мальчиком Поленова привезли в Петербургскую академию художеств, где было выставлено грандиозное полотно Александра Иванова «Явление Христа народу». Сам художник только что скончался по дороге из Германии в Петербург. Это была главная работа его жизни. Остальную жизнь он хотел посвятить созданию целого цикла картин о жизни Христа. Не успел. Его эстафету подхватил Василий Поленов. В 1881-82 годах Поленов в составе научной экспедиции совершает свое первое путешествие на Ближний Восток и по библейским местам. Он побывал в Константинополе, Палестине, Сирии, Египте и привез оттуда массу эскизов для своей масштабной работы «Христос и грешница», которую сам художник назвал «Кто без греха». И опять выразительная мизансцена, пластика персонажей, наполненная энергией, достоверные типажи, жизнь лиц. Несчастная, испуганная грешница, столь юная и хрупкая в руках здоровенных борцов с грехом, оголтелых фанатиков и ханжей, готовых изуродовать и убить ее, забросав камнями, и мудрый, всесильный в своем спокойствии Иисус, который обезоруживает яростную толпу одной фразой: «Кто без греха, пусть бросит в нее камень». Найденный Поленовым образ Христа, лицо которого он списал со своего приятеля, великого художника Валентина Серова, с моей точки зрения является одним из самых человечных воплощений Христа в мировой живописи. Свою картину Поленов привез в Санкт-Петербург, чтобы выставить ее в Академии художеств. Однако цензура в лице великих князей, духовенства, членов правительства посчитала невозможным показывать ее посетителям, поскольку в картине не было святости, и к тому же название «Кто без греха» ставило их в неудобное положение, так как было обращено к ним самим с вопросом. Судьбу картины решило посещение выставки государем-императором Александром III. Он явился вместе со своим семейством, долго стоял у картины, а потом повелел приобрести ее для своей коллекции. Она ему очень понравилась. И мгновенно, как это всегда бывает в России во все времена, стихла любая критика. Картина была признана абсолютным шедевром. Единственное, что в ней решили поменять название. Теперь она называлась «Неверная жена». Глубокому возмущению Поленова, с которым никто не посчитался. Единственным утешением для художника явилась та огромная сумма, которую он получил за картину, и которая позволила ему построить знаменитый дом-усадьбу в своем имении на Оке, в которой теперь располагается музей художника. Гражданская позиция Поленова проявилась в общественно заметном поступке. Президентом Петербургской академии художеств был дядя царя Николая II, великий князь Владимир Александрович. Помимо президентства в академии, он был командующим Петербургским военным округом. И в день 9 января 1905 года именно он приказал стрелять по мирной демонстрации. Этот день был потом назван «Кровавым воскресеньем». В знак протеста Поленов и Валентин Серов вышли из состава Академии художеств. Мастер живописи высочайшего класса Василий Поленов был еще и композитором, который сочинял произведения для фортепиано, хора,
камерного оркестра. Среди его опусов есть две оратории и даже опера «Призраки Эллады», которая была в 1906 году исполнена в зале Московской консерватории. Сейчас звучит его прелюдия. Давайте под музыку Поленова станем зрителями произведений из его огромного живописного наследия. Июня 1903 года в Санкт-Петербурге родился выдающийся русский дирижер Евгений Мравинский, который, по мнению авторитетных ценителей музыки, входит в десятку лучших дирижеров всех времен. Мравинский родился в дворянской семье. Игре на фортепиано его начали обучать с 6 лет. Родители водили его в театры, на концерты симфонической музыки, а сам Евгений мечтал стать актером. Когда произошла революция, ему было 14 лет. По воле родителей Евгений поступил на естественный факультет Петроградского университета и по собственной воле устроился в Мариинский театр, в группу «Миманса». Совмещать учебу и работу в театре было невозможно, надо было выбирать. И Мравинский сделал выбор в пользу театра, бросив университет. Надо сказать, что в группе «Миманса» вместе с ним работал будущий выдающийся актер Николай Черкасов. Их крепкая дружба продолжалась в течение всей жизни. Они вместе музицировали, вместе ходили на рыбалку. Вот вкратце вехи стремительной музыкальной биографии Мравинского. С 1924 по 1931 год он учился в Ленинградской консерватории. Сначала по классу фортепиано, потом композиции, затем дирижирование. Параллельно с этим работал пианистом-аккомпаниатором в хореографическом училище, названном впоследствии Вагановским. По окончанию консерватории в 1932 году был принят на работу в Мариинский театр дирижером. До 1938 года работал там, дирижируя в основном балетными спектаклями, а в 1938 выиграл первый всесоюзный конкурс дирижеров в Москве. Он стал его победителем и тут же был назначен главным дирижером оркестра Ленинградской филармонии. Ему было тогда 34 года. Он был бессменным руководителем этого оркестра до самой своей кончины. Оркестр под управлением Мравинского был первым исполнителем многих произведений Прокофьева, Хачатуряна, Шостаковича. А с Дмитрием Шостаковичем Мравинский был дружен. Он не сомневался в гениальности композитора. В своей статье «30 лет с музыкой Шостаковича» Мравинский писал: «Если бы мне пришлось заполнять анкету, посвященную главным событиям моей биографии, то на ее вопросы я бы ответил так. Самая значительная человеческая встреча в вашей жизни – Шостаковичем. Самые сильные музыкальные впечатления – от творчества Шостаковича. Самое важное в вашей исполнительской деятельности – работа над произведениями Шостаковича. Вот что значил Шостакович для Мравинского и что значил Мравинский для Шостаковича». Большой симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Мравинского много гастролировал за рубежом, и их выступления производили фурор. Манера дирижирования Мравинского не отличалась живостью, богатством пластических движений, которые так любит публика, оценивая дирижера.
Многим кажется, что именно эмоциональное поведение дирижера за пультом способно заражать оркестр его чувствами и пониманием музыки. На самом деле это совсем не так. Игра оркестра, трактовки музыкальных произведений рождаются во время репетиции, в процессе длительной, кропотливой работы, когда бесконечно повторяются одни и те же куски, кусочки, которые дирижер пытается довести до совершенства. Во время выступления он и оркестр лишь проходят до мелочей знакомый путь по страницам партитуры. А если дирижер пытается превратить свое выступление в балет и тем самым заменить отсутствие или нехватку репетиции, то он может произвести впечатление лишь на дилетантов из зрительного зала, но не на оркестрантов. Музыканты воспринимают такого дирижера с иронией. Бравинский был строг и статуарен. Его движения отличались скупостью и точностью, ведь он лишь напоминал музыкантам о тех моментах, деталях и интонациях, о которых договорился с ними во время репетиции. И тем не менее, его натянутая как струна фигура всегда приковывала к себе внимание. В ней чувствовалась скрытая энергия, которая вот-вот прорвется. И она прорвалась в стремительном широком движении, от которого вздрагивал весь зрительный зал. Я сам неоднократно был свидетелем и участником таких моментов. У каждого крупного дирижера есть свои коронные номера из мировой классики, которые считаются шедеврами дирижерского искусства. У Мравинского таких номеров множество. Свои лучшие трактовки музыкальных произведений он записывал на пластинке. Среди его записей произведения Бетховена, Брамса, Брукнера, Сибелиуса, Чайковского, Шостаковича, Шуберта, Онегера, Вагнера. Когда Герберт фон Караян с берлинским оркестром приехал на гастроли в Ленинград и репетировал в пустом зале филармонии, Бравинский решил посмотреть репетицию, послушать, и тихонечко пришел на хоры, что находится под потолком. Караян почувствовал на себе его взгляд, обернулся. Увидев Мравинского, он скомандовал оркестру: «Прошу всех встать и приветствовать моего учителя». А ведь они были почти ровесники. Но Караян относился к Мравинскому с большим почтением и пиететом. Сам Мравинский говорил о своей работе следующее. «В сущности, присутствие публики в зале – это условность. Ее может быть больше или меньше, а играть надо для Господа Бога». В июне 1805 года в Санкт-Петербурге родился барон Петр Карлович Клотт, выдающийся русский скульптор, автор удивительно совершенных изваяний лошадей, равных которым нет в мире. Его скульптуры на площадях города, на фронтонах зданий, на Аничковом мосту стали не только украшением Санкт-Петербурга, но и его эмблемой. Отец скульптора, Карл Клотт фон Юргенсбург, был боевым генералом, героем Отечественной войны 1812 года, и его портрет можно найти в галерее Зимнего дворца. Родившись в Петербурге, детство и юность Петр провел в далеком Омске, куда его отца назначили начальником военного штаба. Находясь вдали от европейской цивилизации, от музеев, мальчик с детства проявлял необыкновенную тягу к рисованию, резьбе, лепке, и в основном изображал только лошадок. Лошади были его страстью с раннего детства. Желая сделать военную карьеру, как и его предки, мальчик поступил в кавалерийское казачье училище в Омске и с утра до вечера имел возможность наблюдать за лошадьми, за их повадками, статью, разнообразием. Когда ему исполнилось 17 лет, он вернулся в Санкт-Петербург и поступил в артиллерийское училище. Но и каждый час свободной от службы продолжал уделять своей страсти. Рисовал, лепил, вырезал лошадок, миниатюрных лошадок. В этот период произошло одно незначительное событие, которое, тем не менее, стало толчком для выбора Петром Клоттом профессии скульптора. Однажды он находился в гостях в доме у своего товарища по училищу, который был сыном известного писателя и журналиста Николая Греча. Сидя возле камина, Петр обратил внимание на лежащую возле его ног на полу березовую чурку.
От нечего делать он взял ее, достал перочинный нож и стал вырезать из нее, как всегда, фигурку лошади. Младший сын Греча, широко раскрыв глаза, наблюдал за процессом творчества. На его глазах возникла лошадка. И Петр подарил ее мальчику. А вечером в доме Греча собрались литераторы, среди которых был драматург Нестор Кукольник, писатель Фадей Булгарин, создатель толкового словаря Владимир Даль. Они сидели за столом, беседовали, выпивали, и кто-то обратил внимание на деревянную лошадку, с которой на полу играл младший сынишка Греча. Лошадку взяли, рассмотрели, передавая из рук в руки, пришли в неописуемый восторг от мастерства и артистизма ее исполнения. Кто это сделал? Выяснилось, юнкер Петр Клод. Писатели умилились, сбросились деньгами и на собранную сумму приобрели полный набор инструментов для резьбы по дереву и преподнесли его счастливому Петру Клодту. Через пару лет, уже будучи офицером, при помощи этих инструментов Петр Клод изготовил две новые фигурки лошадей, еще более искусно сделанные, и преподнес их высокопоставленным командирам из царской фамилии Михаилу и Николаю Николаевичу Романовым. Подарки были приняты благосклонно, и карьера Клодта с тех пор пошла в гору. В 24 года он оставил военную службу, чтобы целиком посвятить себя профессии скульптора. В течение 2 лет Клод учился самостоятельно, делал копии современных и античных скульптур, работал с натуры, а потом записался вольнослушателем в Императорскую академию художеств, где его мастерами стали знаменитые скульпторы Иван Мартос и Борис Орловский, которые делились с ним секретами мастерства, передавали опыт. Ко всеобщему удивлению, Петр снимает большой подвал для работы и для проживания. Однако в этот подвал он может приводить лошадей и срисовывать их с любых ракурсов, запечатлевая любые позы. Благодаря этому он досконально изучил лошадь. Его миниатюрные фигурки, которые он продолжает изготовлять в большом количестве, становятся необычайно популярными в Петербурге. Все признают Клодта самым большим мастером, непревзойденным мастером в изображении лошадей. Может быть, благодаря этому он получает первый большой правительственный заказ. Вместе с другими скульпторами Пименовым и Демут Малиновским изготовить скульптурную группу для Аттика Нарвских ворот. Группа изображает богиню Победы в колеснице, запряженной 6 лошадей. Выкованные из меди лошади Клодта несутся вперед, стали на дыбы. Это создает ощущение стремительного движения всей группы. После этой работы Клод становится признанным мастером и получает покровительство императора Николая I, который, согласно молве, сказал ему: «Ну, Клод, ты делаешь лошадей лучше, чем жеребец». Самым знаменитым творением Клодта являются 4 скульптурные группы на Аничковом мосту в Петербурге. Их прообразом являются кони Марли в Париже, сделанные скульптором Гийомом Кусту по заказу короля Людовика XV в середине XVIII века. Их всего 2 группы, и они не связаны единым сюжетом. А Клод решил сделать 4, связанные сюжетом «Укрощение человеком коня». В первой группе человек только что заарканил дикую лошадь. Во второй – конь вот-вот вырвется от него, готовый покалечить человека. В третий человек усмиряет буйство лошади. И в четвертый он спокойно идет рядом с укрощенным конем. Кони третьей и четвертой группы подкованы, в отличие от первой и второй. Эти скульптуры во всем мире считаются вершиной мастерства ваяния. В них все совершенно. И фигуры юноши и лошади, в каждом движении которых участвуют скрытые под бронзовой поверхностью кожи мышцы, сухожилия и даже кровеносные сосуды. Взаимные движения юноши и коня наполнены экспрессией, внутренней силой. Эти фигуры смотрятся одинаково хорошо со всех ракурсов. Удивительное мастерство. Николай I понимал, какой шедевр он получил от Клодта, и использовал его в решении международных политических вопросов. Он подарил 2 группы коней Клодта прусскому королю, и они теперь находятся в Берлине. 2 другие группы он подарил королю Сицилии, и они находятся в Неаполе. Но лучше всего кони Клодта смотрятся, конечно, на своем родном месте, на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. Удивительным достижением Петра Клодта является памятник Николаю I в Санкт-Петербурге на площади перед Исаакиевским собором. В отличие от памятника Фальконе, где конь под Петром опирается на 3 опоры, 2 задние ноги и хвост, конь под Николаем I опирается только на 2 задние ноги. Это удивительный инженерный расчет, который делает это единственным произведением в своем роде. Поэтому, когда большевистские вожди решили снести памятник самодержцу, им объяснили, в чем заключается общемировая уникальность этого произведения, они вынуждены были отменить свое решение.
Среди прочих скульптурных созданий Клотта есть одна работа, которая поражала его современников своей необычностью. Это памятник баснописцу Крылову в Летнем саду. Баснописец как будто бы совершил длительный переход и присел на камень отдохнуть. Открыл книгу своих басен и погрузился в чтение. А под ним на постаменте изображены разнообразные зверушки, герои его басен. Некоторые современники Клотта упрекали его в том, что он слишком буквально изобразил животных героев басен Крылова, в то время как они должны быть более символичными. Сегодня мы не предъявляем к автору памятника таких претензий, потому что его произведение оказалось гораздо более живучим, чем замечания давно забытых критиков. Последние годы жизни Петр Клотт провел на своей даче под Петербургом. Там он и умер. И его смерть напоминает мне подобный эпизод из фильма Копполы «Крестный отец». Смерть Дона Вита Корлеоне в исполнении Марлона Брандо. Вот как это было. 20 ноября 1867 года внучка Клотта попросила дедушку вырезать ей лошадку. Клотт взял игральную карту и ножницы. «Деточка», — сказал он, — «когда я был маленьким, как ты, мой бедный отец тоже радовал меня, вырезая из бумаги лошадок». Но едва Петр Клотт начал резать карту, лицо его вдруг перекосилось. Внучка закричала: «Дедушка, не надо меня смешить своими гримасами!» А Клотт покачнулся и рухнул на пол. Прах барона Клотта покоится в Александро-Невской лавре в Петербурге, в некрополе мастеров искусств. Июня 1898 года в испанской провинции Гранада родился Федерико Гарсия Лорка. Испанский поэт, драматург, композитор, художник-график. Одна из самых ярких и значительных фигур в культуре Испании 20 века. Его трагическая смерть в самом начале гражданской войны в Испании придала его образу трагический и романтический ореол. И Лорка стал человеком-легендой. Впервые я познакомился с Лоркой как с драматургом. Его пьесы входили в институтскую программу по зарубежной драматургии. И я прочел две пьесы: «Кровавая свадьба» и «Дом Бернарды Альбы». Должен признаться, что они произвели на меня тягостное впечатление, с чем был абсолютно не согласен мой сокурсник Роберто Ривас Консеха, сын испанского эмигранта. «Ты не понимаешь испанский характер», – горячо убеждал он меня. Да, вероятно, он был прав. Но с тех пор я эти пьесы не перечитывал. Справедливости ради, должен сказать, что когда готовил этот выпуск, то увидел на YouTube интересный спектакль Пермского театра «Дом Бернарды Альбы» в постановке болгарского режиссера Дианы Добревой. Рекомендую посмотреть его тем, кто любит театр. Упокой, Господи, раба твоего Антонио Мария Бенавидеса из... Отелло. Упокой, Господи, раба твоего Антонио Мария Бенавидеса из подобь его святой благостыне. Аминь. С поэзией Лорки я познакомился только после окончания театрального института, когда готовил концертный номер для двух исполнителей – чтеца и танцовщицы в стиле фламенко. Чтецом был все тот же Роберто Ривас Консеха, мой бывший однокурсник и товарищ, и вместе с ним мы подготовили эту поэтическую композицию. Он читал стихи и играл на гитаре одновременно, очень неплохо. И начиналась композиция со стихотворения Лорки «Гитара». Я, кстати, помню эти стихи до сих пор, несмотря на то, что прошло много лет. Начинается плач гитары, разбивается чаша утра. Начинается плач гитары. О, не жди от нее молчания, не проси у нее молчания. Неустанно гитара плачет, как вода по каналам плачет, как ветра над снегами плачет, не моли ее о молчании. Так плачет закат о рассвете, так плачет стрела без цели, так песок раскаленный плачет о прохладной красе камелии. Так прощается с жизнью птица под угрозой змеиного жала. О, гитара, бедная жертва пяти проворных кинжалов. Превосходные стихи, удивительной силы и красоты. Правда, в прекрасном переводе Марины Цветаевой, но тут было что переводить. С тех пор я стал поклонником поэзии Лорки, и его короткая жизнь, а прожил он всего на один год дольше Пушкина, вызывает во мне интерес. Отец Лорки был преуспевающим земледельцем, а мать – учительницей. В 14 году Лорка поступил в университет Гранады, изучал право, философию, поэзию, литературу. Через 4 года вышел его первый поэтический сборник, который принес ему, если не коммерческий успех, то всеобщее признание.
В 19 году Лорка едет в Мадрид, поступает в Мадридский университет, но главное – знакомиться там с Сальвадором Дали, будущим режиссером Луисом Бюнюэлем, директором театра Мартинесом Сьеррой. Сьерра предлагает ему написать пьесу для театра. И Лорка пишет свою первую пьесу «Колдовство бабочки», постановку которой сам же и осуществляет в театре в 20 году. Впечатление, которое тогда производил Лорка на окружающих, наиболее ярко описал Сальвадор Дали в своих воспоминаниях. «Из всех, с кем я общался в ту пору, только двоим было предначертано достичь головокружительных высот в иерархии духа. Один из них был Гарсиа Лорка. Передо мной был уникальный, цельный поэтический феномен. Поэзия, обретшая кровь и плоть, тягучая, застенчивая, возвышенная, трепещущая тысячею сумрачных огней и токами подземных рек, свойственных всякой удачной форме живой материи». Ну, такое ощущение, что Сальвадор Дали соревнуется здесь с Лоркой в красоте языка. Во всяком случае, чувствуется, что Лорка производил очень яркое и сильное впечатление на окружающих. У него с Сальвадором Дали возникает тесная дружба, которая позволила говорить об их гомосексуальной связи. Во всяком случае, это следует из воспоминаний Сальвадора Дали, который рассказывает, что Лорка неоднократно к нему приставал с домогательствами, с предложениями близости, и он от него всякий раз сбегал. Но вот я вижу парные снимки Лорки и Дали, и у меня возникает вопрос, кто кому пристает. Отсюда видно, что наиболее активное начало несет в себе Сальвадор Дали. Впрочем, я не стал бы так безоглядно доверять воспоминаниям Дали. Он был немного Мюнхгаузен. Во всех ситуациях он восхищался только собой, оправдывал только себя. Чего стоит, например, его утверждение, что фильм «Андалузский пес» сделал в основном он, а режиссер Бюнюэль ему лишь ассистировал. Кстати, в 2008 году режиссером Полом Моррисоном был снят фильм, посвященный взаимоотношениям Дали и Лорки, под названием «Отголоски прошлого». Никогда не видел ничего подобного. Это я? Можешь дать ей название, если хочешь. Поедем со мной в Гранаду. Не могу. Ты познакомишься с моей семьей, увидишь мой дом. Все, что у меня есть. Я достаточно хорошо тебя вижу, Федерико. Лорка действительно был необузданной натурой. Впрочем, и сам Лорка не скрывал своей бисексуальности. А вот та версия, что он был убит гомофобами из ненависти к гомосексуалистам, распространялась фашистами из желания оправдать политическое убийство поэта с левыми взглядами. Впрочем, конечно, среди убийц могли быть и гомофобы, ведь Испания была наиболее нетерпимой страной к этому отклонению. А произошло это так. Перед запланированной поездкой в Мексику Лорка решил посетить родные места, повидать друзей. Он был душой любой компании, и всюду принимали его с большим радушием. Поэтому Лорка не чувствовал никакой опасности, когда приехал в родную Гранаду, несмотря на то, что к власти там пришли сторонники фашистского генерала Франко. Лорку арестовали в доме его друга, поэта Луиса Росалеса. На следующий день увезли за город и вместе с двумя другими арестованными расстреляли. Тела убитых тут же закопали на месте расстрела. Кто-то запомнил место этого захоронения. И через 40 лет, во второй половине 70-х годов, когда генерал Франко ушел от власти, решили найти останки Лорки. Но в указанном месте их не оказалось. Их вообще нигде не оказалось. Любопытно, что в стихотворении 30-го года «История и круговорот трех друзей» Лорка предвидел свою гибель и неизвестность места своего захоронения. Вот как он об этом говорил. Но хрустнули обломками жемчужин скорлупки чистой формы, и я понял, что я приговорен и безоружен. Обшарили все церкви, все кладбища и клубы, искали в бочках, рыскали в подвале, разбили три скелета, чтобы выковырять золотые зубы. Меня не отыскали. Не отыскали? Нет, не отыскали. Но помнят, как последняя луна вверх по реке покочевала льдиной, и море в тот же миг по именам припомнила все жертвы до единой. Останки Лорки до сих пор не найдены. Но его удивительные стихи продолжают волновать сердца и души людей своей красотой и внутренней силой.
6 июня 1599 года в испанском городе Севилья родился великий испанский живописец Диего Веласкес, придворный художник короля Филиппа IV. Диего был 8-м ребенком в семье. Когда ему исполнилось 12 лет, отец отдал его на обучение в мастерскую известного севильского художника Франциско Пачеко. Это был человек широкой культуры и образованности, верный последователь художников Рафаэля и Микеланджело. Он был автором трактата по искусству живописи. В городе он занимал должность цензора и эксперта по живописи. В интеллектуальных кругах Севильи был своим человеком. В его школе Диего обрел технические навыки и основы эстетического вкуса. Его соучениками там были будущий известный скульптор Алонсо Кано и знаменитый художник Франциско де Сурбаран. В марте 1617 года Веласкес сдал экзамен на звание мастера, был принят в гильдию живописцев Севильи и получил лицензию на право заниматься профессией художника-живописца с правом практиковать свое искусство в королевстве, иметь мастерскую и нанимать подмастерьев. А через год 19-летний Веласкес женился на дочери своего учителя Пачеко Хуане Миранде. С этого момента начинается его семейная и профессиональная жизнь. Первые работы молодого живописца были выполнены в стиле бодегонес, что буквально переводится как «трактирные». Это бытовые сценки из народной жизни, в которых Веласкес показал себя великолепным наблюдателем. Было написано в этот период более 20 работ, из которых до нашего времени дошло только 9. Двое юношей у стола. Старуха, жарящая яйца. Завтрак. В этой работе художник демонстрирует свое мастерство путем игры света на фигурах переднего плана, подчеркивающего поверхности и фактуры. Около 1620 года Веласкес пишет удивительную по своей оригинальности картину «Христос в доме Марии и Марфы», в которой объединяет бытовую зарисовку с религиозно-философским содержанием. Молодая кухарка отрывается на минуту от приготовления пищи, повинуясь жесту старой женщины, которая указывает ей на висящую на стене картину. А на картине, в свою очередь, изображена сцена из Евангелия, согласно которой Христос пришел в дом Марии и Марфы, и они, отложив домашние дела, стали слушать его учение. Эти два сюжета, объединенные на одной картине, как бы говорят зрителю, занимаясь бытовыми делами, не забывая о Боге и душе. Другой скрытый смысл угадывается в картине «Водонос» или «Продавец воды из Севильи». Пожилой водонос предлагает юноше бокал с водой. На дне прозрачного сосуда заметен плод инжира, который традиционно считается фаллическим символом. Таким образом, картина представляет собой аллегорию вступления юноши в период мужской зрелости. Этот смысл усиливается фигурой крепкого молодого человека на заднем плане, допивающего свой бокал. А еще эта картина знаменита своими визуальными эффектами. Большой глиняный кувшин отражает свет горизонтальными бороздками на наружных стенках. Одновременно по его поверхности скатываются прозрачные капли воды. Молодой Веласкес приобрел в Севилье достаточно хорошую репутацию, когда в 1623 году из Мадрида пришло сообщение о смерти одного из придворных художников Родриго де Вильяндрандо. Вот работа этого художника. Портрет короля Филиппа IV. Не слишком интересно. Зато портрет придворной дамы Хуаны де Салинас поражает своей красотой и выразительностью. Это был очень высокий мастер. С его смертью образовалась вакансия. И Веласкес, недолго думая, решил ею воспользоваться. Он отправился в Мадрид, поселился в доме у своего высокопоставленного знакомого, придворного капеллана, то есть духовника короля, Филиппа де Гонгора, и тут же написал портрет этого уважаемого человека. Поскольку в доме у Гонгоры частенько собиралась мадридская знать, то многие придворные увидели этот портрет и были восхищены, как на портрете в лице Гонгоры проявляется горечь и внутренняя скорбь этого человека. Это приводило всех в восхищение. Один из придворных по договоренности с Веласкесом отнес портрет во дворец и показал брату короля. Тот тоже пришел в такой восторг, что тут же заказал Веласкесу свой портрет. Но к этому времени портрет Гонгоры увидел сам король Филипп IV и приказал брату уступить ему свою очередь. То есть Веласкес должен был написать портрет самого короля. Он получил возможность продемонстрировать свою художественную мощь, чем блестяще воспользовался. Портрет короля Филиппа IV произвел всеобщий фурор. После этого Филипп сказал Веласкесу: «С этих пор только ты будешь писать мои портреты, и никто другой».
он назначил Веласкеса придворным художником и повелел ему поселиться с семьей в Мадриде. Быстрая карьера Веласкеса вызвала негодование и зависть в среде соперников. Веласкеса обвиняли в том, что у него хорошо получается только головы. Все остальное не слишком удачно. По инициативе короля был устроен конкурс, в котором участвовали Веласкес и 3 других художника. Каждому было дано задание написать картину на тему изгнания мавров из Испании. Картина-победитель должна была быть вывешена в зале королевского дворца. Конкурс проходил по строгим правилам. Члены жюри не должны были знать, кому принадлежит то или иное произведение. И когда все 4 работы были представлены их взором, жюри выбрало полотно, принадлежащее кисти Веласкеса. И его картина была вывешена в зале королевского дворца. В нем она провисела более 100 лет, пока случившийся во дворце пожар в середине 18 века не уничтожил эту картину и другие работы Веласкеса, а также многие другие работы других художников. Выигрыш в конкурсе позволил Веласкесу занять место главного придворного художника. Теперь в его обязанности входило не только писать портреты королевской семьи, но и любые картины для развлечений королевских особ, что давало ему полную свободу в выборе тем и сюжетов. Мечта любого художника. В конце 1648 года Веласкес по заданию короля Филиппа отправляется в Италию, чтобы приобретать шедевры итальянской живописи и античной скульптуры для королевской коллекции. Параллельно с этим он должен выполнять дипломатические функции. Поэтому отправляется в Ватикан к папе Иннокентию X, который принимает художника благосклонно и заказывает ему свой портрет. Над ним Веласкес работает около 3 месяцев, и когда портрет был закончен, папа, увидев его, воскликнул: «Слишком правдиво!» Наградил художника золотой цепью и папской медалью. Мгновенно с портрета было сделано несколько копий, и весь Рим восхитился мастерством Веласкеса. Он был принят членом Римской академии живописи, и на него посыпались заказы. Но самое главное, что произошло в Италии с Веласкесом, у него возник бурный роман с известной итальянской художницей Фламинией Тривио. По мнению историков искусства, именно Фламиния явилась моделью для Веласкеса в картине «Венера перед зеркалом». До Веласкеса никто в испанской живописи подобных полотен не создавал. Сюжет «Венеры перед зеркалом» достаточно традиционен для живописи. Зритель привык видеть античную богиню в возвышенном окружении, которая создается античной атрибутикой и аллегорическими деталями. А на картине Веласкеса из античной атрибутики только услужливый купидончик, который подставляет зеркало Венере. Сама же женщина вполне реалистична и земна. Веласкес как бы подсмеивается над зрителем, утверждая, что именно земная женщина может стать истинной богиней любви. Фламиния родила от Веласкеса сына, но их союзу не суждено было быть долговечным. По приказу короля Филиппа Веласкес должен был срочно возвращаться в Испанию к законной жене Хуане Миранде и детям. Поэтому картина «Венера перед зеркалом» могла быть для него дорогим воспоминанием об итальянской любви. После возвращения Веласкеса в Испанию начинается последний поздний период его творчества. Помимо ставших традиционными портретов членов королевской семьи, художник создает 2 подлинных шедевра, которые считаются вершинами его творчества. Рассмотрим картину, которая имеет название «Пряхи». Существует несколько трактовок ее содержания. Одни искусствоведы видят в ней аллегорию испанской монархии, другие – иллюстрацию библейской притчи. Самая простая версия заключается в том, что художник изобразил на них 2 главных женщин своей жизни. Пожилая пряха, сидящая к нам лицом – это его жена Хуана Миранда. Ей на тот момент было 53 года. А молодая, сидящая спиной – это итальянка Фламиния Тривио. Но когда я смотрю на спину молодой ткачихи и сравниваю ее с изящной фигурой Венеры с зеркалом, я вижу разницу между этими женщинами. И думаю, что эта версия неверна. Поэтому давайте рассмотрим картину объективно. Лично у меня при взгляде на нее возникает ощущение остановленного движения. Это очень похоже на стоп-кадр. Двинешь кинопленку вправо-влево, и мгновенно колесо прялки придет в движение вперед-назад. Девушка с краю картины то будет прятаться, то появляться из-за занавески. Руки пожилой ткачихи то подниматься, то опускаться. Спина молодой то склоняться, то выпрямляться. А если пустить пленку вперед, все задвигается и возникнут разнообразные звуки предельной мастерской. Это очень кинематографический взгляд на мир. Так выстраивается кадр в хорошем кино. Теперь рассмотрим другую, еще более удивительную картину – «Менины». «Менины» – это испанские фрейлины, гувернантки, которые занимаются воспитанием юных отпрысков королевского рода. На картине изображена ситуация, когда художник рисует портрет королевской четы.
Самое удивительное, что все, что изображено на картине, подано как бы глазами короля и королевы. Вот Веласкес, который смотрит на нас, стоя у своего мольберта с кистью в руках. На противоположной стене зеркало, в которое отражаются лица короля и королевы. И в этот момент в залу вбегает юная принцесса, инфанта Маргарита, в сопровождении фрейлин и дворцовых карлиц. Вбегает и внезапно останавливается пораженная, увидев папу с мамой, сидящих в застывшей торжественной позе. Для нас, людей, воспитанных кинематографом, такая ситуация знакома по экрану. Когда по заданию режиссера актер вбегает, останавливается в нужном месте перед камерой, исполняя свою роль. Но для Веласкеса, человека середины 17 века, такое воображение, которое позволяет ему перепрыгнуть через эпохи, совершенно невероятно. Этим и доказывается его абсолютная гениальность. И еще одна любопытная деталь. На картине на груди у Веласкеса изображен крест Сантьяго, знак рыцарского звания. Хотя общеизвестно, что художник получил это звание только через 3 года после написания картины «Менины». Не так давно я видел телепередачу или телефильм, посвященный Веласкесу, в котором рассказывалось, что художник всю жизнь мечтал получить рыцарское звание. И в нетерпении изобразил у себя на груди этот крест, намекая королю, что достоин подобной милости. Так рассуждать могут только современные конформисты, которые не имеют стыда, когда публично заискивают перед властью в надежде получить награды и привилегии. Так поступают Михалковы, Машковы, Газмановы, Бондарчуки. Но Веласкес так не мог поступить. Это был человек с гордым умом, с чувством собственного достоинства. И замашки торгаша ему были не свойственны. Не говоря о том, что, обнародовав эту картину, он стал бы всеобщим посмешищем и самозванцем. Существует другая версия, более достоверная. На картине художник изобразил себя без креста. Он получил его через 3 года вместе с рыцарским званием. А еще через год художник скончался после его смерти. Король Филипп IV самолично нарисовал крест на груди художника, подчеркивая тем самым его рыцарское звание и, во-вторых, выражая свою признательность своему верному слуге и другу. Ведь король тоже был художником-любителем. Другое дело, что чопорные мадридские аристократы не упускали случая выказать презрение Веласкесу как человеку низкого сословия. Это было, конечно, для него унизительно. Король это хорошо понимал, потому что относился к художнику как к брату. Поэтому он возвел его в звание рыцарей. Но даже после этого кичливые представители аристократии отказывались признать художника равным себе. И отказались участвовать в похоронах, проведенных с рыцарскими почестями. Как бы удивились эти спесивые гранды, если бы заглянули в будущее и узнали, что от их эпохи остался в истории один лишь Веласкес. И что их спесивые физиономии потомки могут видеть только благодаря кисти этого великого художника. Прежде чем завершить 38-й выпуск нашей программы, я хочу обратиться к тем, кто изъявил желание оказать поддержку каналу «Дом культуры» Юрия Мамина. На ваших экранах под видео приведены 2 электронных адреса. Открыв любой из них, вы сможете отправлять денежные переводы на мой личный кошелек в платежной системе PayPal. Ваша добровольная помощь поможет мне продолжать работу над видеопрограммами. А теперь позвольте пригласить вас стать гостями нового 39-го выпуска нашей программы. Будьте здоровы и всего вам хорошего, дорогие друзья!